Доброе всем утро. Смотрите, нас обещали дождик. Ну, что-то, по-моему, погорячились. Талибинки вини коти, винь. Минини. Да. Винь-винки вини коти. Клиенты тут ездят мои. Тут вся гора клиенты. Что я сейчас поеду в Меркадону съезжу. Меня Чарли маму. Чарли Минга. Здрасте, приехали. Куда пошел-то? Иди в какую машину. Минга, сувы. Погулять решил. Съезжу в Меркадону. У меня еда готова на сегодня, поэтому. Готовить нечего. Нету. Посмотри, какое солнце, а. Говорят, дождик будет. Хотя на вечер обещают дождь. Зато хоть это. Пыль вся эта присобачилась, в общем. Машина, конечно, грязновата. Но в понедельник еще раз дождь передают. Ладно, ой, вы куда у меня? Чуть не улетели. Поехала я. Вы знаете, так как по субботам, смотрите, как смотрит, народу так нормально. И вот со всеми надо разговаривать. У меня потом горло, знаете, как бы першит, что ли. И вот как будто такое ощущение, что болит. Потому что нужно перекричать фен, маски, все дела. И вот знаете, что думаю? Все-таки профессия певца, это не такая уж легкая профессия. Ну, конечно, если только они не поют под фонограмму. Потому что вот я к концу рабочего дня, у меня прям горло вообще пишет. И вот голос прям меняется. Мне кажется, он такой противный становится, какой-то писклявый. Хотя вы знаете, мне казалось всегда, мой голос, он писклявый. Вот. И я думала, что если буду курить, то он меня будет таким, знаете, погрубеет. Ага, хренанный. Я раньше курила 10 лет, даже больше, наверное, 10 лет. Смотрите, куда я еду. И ничего подобного, у меня голос не стал ни грубым, ничего. Так что я не знаю, может быть, не знаю, лет 30-40 надо покурить, чтобы он стал у тебя голос такой грубый. И вот сейчас мне даже разговаривать как бы не очень приятно. Смотрите, как у нас хорошо, вон там зеркало сделали, и все видно, что едет машина или не едет оттуда. В общем, поехала я за продуктами. У меня есть список, потому что я вот сейчас вообще не помню, что надо купить. Но знаю, что мне надо муку купить, а чучи Чарли вкусняшки, а остальное не помню. Но на этот случай у меня есть список. Старость не радость, потому что раньше я никакие списки не составляла. Ну и покупала я, конечно, тоже не по списку, а всякую хрень. На море опять шторм. Ну, если дождя не будет вечером сегодня, то обязательно туда сходим и прогуляемся. Такие вот дела. Я люблю вот такие маленькие тележки. И представляете, ни одной тележки не было. Вижу, девушка идет. Думаю, наверное, она оставит ее. Я к ней прям подхожу, говорю, вы оставите тележку? Она такая, да. Ну, давай мне ее. Я сама ее довезу. Так что все, отобрала тележку девушки. Что-то сегодня столько народу. Прям трындец какой-то. Как с голодной страны все. Ванны принимаешь? Короче, набрала.
хотела немножко, получилось как всегда. Разогреваю себе червячков. Тунец, смотрите, Кусман сделал соус для него. Здесь чеснок, соль, перхиль, петрушка и лимон. Буду сейчас намазывать на тунец. И вот червячки разогреются. А пока разогревается, мы с вами пробежимся с ценами. Альмендр, шоколад негры. Это миндаль в шоколаде. Рубль 80, 150 грамм. Очень, кстати, вкусный. С черным шоколадом просто вкусняшка. Печенье для Чарли 2,10. Он, кстати, вот из Меркадоны только любит вкусняшки. Не знаю почему, но вот такие вот вкусняшки. Кстати, они очень пахнут вкусно ванилью. Здесь килограмм целый. Рубль 98. Вот такие вот тоже вкусняшки для зубов. Рубль 75. Вот такие. Так, что у меня тут, наверное, червячки уже разогрелись. Едем дальше. Так, Бреф Натура. Это, наверное, вот это. В туалет. Сколько он стоит-то? Рубль 75. Так, вот теряюсь. Политос. Что за политос? Политос какие-то. Надо потом посмотреть. Алюминий взяла. Фольгу это на работу. И печенье для мужа. Она в машине забыла. Рубль 80. Диски 95 копеек. Вот они. Так, мука 43 копейки. Контрарураль. Так, это что такое? 4,57. Что-то дорогое. А, 4,57. Это, наверное, вот. Это бедрышки куриные. Рураль. Ну, которые бегают по полю. Они уже без всего. Без костей, без кожи. В общем, очень удобно. И тем более скидка на них. Что-то чуть ли... Вот стоил 5,70, а сейчас 4,56. То есть выгодная цена. Ну, потому что они скоро просрачиваются до 10 числа. То есть 4 дня вполне можно либо заморозить, либо сожрать это. Бутифара 2,61. Тоже она, видите, с ценником такой стоила 3,26. Но это колбаска. Я хочу в своей шайтан-машине ее зажарить. Колбаска такая вкусненькая, наверное, будет. Здесь состав хороший, в общем, и видно, что это мясо. Так, дальше едем. Взяла вот такая кровяная колбаска. Сейчас мы ее попробуем. Она 2,61 стоит. Так, нет, она рубль 57 стоит. Сыр рубль 59. Вот такой уже 4 сыра смесь. Я не люблю моцарелла. Знаете, мне вообще сыр моцарелла вот в пиццах и все такое не нравится. Он какой-то тянучий и как пластилин. В общем, какой-то пластик какой-то невкусный. И вот беру 4 сыра, если там куда-то что-то посыпать. Лук вот такой зелененький, рубль 15. Видите, зеленая часть. Испанцы ее выбрасывают, ну а у нас все вход. Я, в принципе, некоторый лук только из-за зеленого и беру. Вот, так, дальше едем. Панрояду. Это крошка вот эта хлебная, чтобы обволакивать. Оно у нас 88 копеек. Семечки. Не самый вкусный, агуасаль. Агуасалада, агуа. Дульси, агуасаль. Рубль стоит. Рис, сос. Испанские хозяйки очень любят вот такой рис. Вот, что-то он, наверное, в свекле, что ли, у меня испачкался или где. Он, по-моему, круглый, рубль 52 стоит. Это мука для того, чтобы вот жарить, обволакивать и жарить. Рубль 49. Потом я пью, не пью кофе, я пью вот такой напиток. Здесь сериалис, здесь это... Ой, блин, по дороге помнила и забыла. В общем, не цикорий. Цикорий здесь 17 грамм. Злаки. Во, злаки с цикорием. Очень вкусный. Именно вот из этой марки, Nestlé. А вот марка Меркадона мне как-то не очень понравился. На утро я пью вот это вот. Очень вкусный. Ну, свекла это вообще, я ее обожаю. Красная, 75 копеек.
Провитро. Так, вот этот тоже супер-пупер для плиты. Это просто нереально, как хорошо отмывает. Причем я им пользуюсь для всего, не только для плиты. Прям хорошо жир разжижает. В общем, я им часто пользуюсь. Он у нас стоит 1,72 рубля. Метадес фрута, ага. Это вот этот компотик. 2,50 без сахара. Тоже классный, вкусный, кстати. Видите, там всякие и ананас, и персики, и груша. В общем, все. Ананас обычный, 79 копеек. Так, и что я здесь? Вроде бы все показала. А, мешки мусорные, но, наверное, что-то из них. Не знаю, что это. Ну, вот как-то так. Вот такие покупки на 40 евро. Ну, я все, пошла кушать. Я уже себе чаек заварила. Сейчас еще надо быстренько в холодильник закинуть. Чу закинем. И все. У нас сегодня у сестры там они паэлью делают. Ну, я там мне на работу. О, кстати, давайте колбаску попробуем. Мне на работу буквально через 1,5 часа. Поэтому не до паэльи. Да и знаете, не очень-то хочется собираться, чтобы все вместе. Ну, конечно, хочется, чтобы все вместе, но не хочется. На всякие пожарные. Агвадульси, а? Гуасалам. Интересно, это ее сырую можно есть или как? Или, может быть, знаете, ее готовить надо? А тут написано. Жареные. То есть ее жарить надо. Жареные, либо на костре. Либо в супы добавлять. Мы, значит, ее в шатан-машину запихаем. Читать надо всегда, друзья. Тут так нажрешься сырой колбасы. И потом случится казусы разные. А ты скажешь, вот, она просроченная была. Она не просроченная была, она просто не готовая была. А мы будем говорить от незнания языка, что она была просрочена. Как ее отсюда вытащить? Чарли, она сырая, Чарли просит. Тут я и гляжу, что-то она пахнет, знаете, сырой. А так вроде бы ничего. Да Чарли, твою мать. Она идет с рисом и с луком. Я вообще люблю кровяные колбаски. Пишите в комментариях, вы любите кровяную колбасу? Я люблю. Так что будем пробовать. Так, ладно, хватит. Хватит базарить. Давайте займемся делами. Правильно? А, говорю, Вости хочет что ли накормить этой колбаской? Пускай сырую жрет. Я гостеприимная. Я очень гостеприимная. Блин, у меня еще тут гречка есть, грибы есть. Все есть. Что еще в холодильник? Больше нечего. Так, ладно. Всем приятного аппетита. У меня тут как раз картон. Такой ветроган. Смотрите, какой у нас тут сделали мусор. Я все время забываю, куда какой. Желтый, синий, зеленый. Картон, наверное, сюда. А сюда что? Пластик, наверное, сюда. Ну вот не помню, почему не напишут. Здесь, походу, картон. Сейчас туда и запихаем. Смотрите, какой у нас ветер, ветер, дымогучий. Холодно как. Шторм такой вообще. Ух! Носит все нафиг. Пошла я на работу. Погода нелетная. Да. Я уже закончила. У нас же сейчас до 6 только работать можно. А магазины открыты тоже до 6. Но вот если еда, то что-то до 9 или до 9:30. Вот. Поэтому я приезжаю на работу пораньше. И думаю сейчас съездить в Алди. Там всякие штучки разные привозят. Но
Я вот думаю, что эти штучки-то будут продавать или не будут. Я знаю, что в Алькампе всякая одежда, она перекрывается. То есть после 6 уже нельзя купить ни одежду, ни посуду, ну все такое. Только там можно еду, чистящие средства. Наверное, поеду, посмотрю, погуляю. На пляж не поеду, что-то там ветер, холодно дует. Как-то неуютно будет гулять. Я не люблю ветер. Это просто вот идешь и, как знаете, в самолете так все гудит. Я так не люблю. Дождик прошелся, пока я работала, представляете? Ну что мне на голове? Ну, непонятно что. Потом высохло все. В общем, погода, конечно, зимняя. Зима вот такая вот она, слышите? Я вот просто иду вот между домов. И как бы бананчики там у нас, смотрите, растут. Видите, бананчики. Это вот банановые деревья. Или кустарники, наверное, скорее всего. Чарли, мы туда не пойдем. Что-то это как-то встало, непонятно. Маму, айно. Слышите, как гудит? Это ветер. Мы сейчас выйдем вот за эту вот, скажем так, здание или что это. И там уже начнется ураган. В общем, штучки-дрючки, все закрыто. Ну, хоть так можно посмотреть. Видите, нельзя покупать. Ну, ладно. За мной там сосед подглядывает. Молодой парень какой-то. Вот. В общем. Чарли, бери ты комы. Бери, какие комы. Если хочешь жрать. Комы. Вроде бы да, хотел покушать. Ой, я ж чай завариваюсь. С молоком. Он грузский. Купила, смотрите, такой набор интересный у меня. Сыр, масло, колбаса, еще сыр, один лимон. Я так в России... не, конечно, я так не покупала, но вот почему-то у меня российский набор это напоминает. И на к чаю, на завтра там купила себе вот такие макароны. Макароны. Очень вкусняшные. В Алде продаются. Вот купила еще вонючку вот такую вот. Порошок и ополаскиватель. Но он остался в машине, неохота переть, потому что довольно-таки далеко припарковалась. Вот это, кстати, колбаса очень вкусная. Здесь одна идет. Угу. Как-то идет чопет де паву и пою. Индейка и курица. Ну, вот они как-то, смотрите, видите, разные. В общем, очень вкусная колбаса. Так, вот ты вот определись, где ты хочешь быть. Так, что хотела-то? Все, ничего не хотела. Не, ну ты посмотри. Бенган. Сюда хочет. Не знает сам куда. Он не любит очень закрытые двери. Поэтому он хочет, чтобы все двери были открыты. В данной ситуации это невозможно. Но завтра это последний день, друзья. И все. Свобода. Я свободна. Ладно, неважно. В общем, у меня сейчас чай без всего. С молоком. И все. Хотя апельсин съем. Вот, думаю, что-то чая слишком мало. С апельсином. И все. И пойду я умываться, отдыхать. А с вами я прощаюсь до завтра. Пойдем завтра на пляж погулять. Так что не забывайте подписаться, поставить лайки. И всем пока-пока!